доброго времени суток, дорогие мои подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я хочу вам показать очередной отчет по моему процессу Хаед. К сожалению, на улице пасмурно, приходится снимать при искусственном освещении. Из-за этого, вот видите, свет играет, камера то желтит, то не желтит, но как уж получится. Вот это мой предпоследний листик в этом ряду. Я вышиваю, напоминаю, поперек, с торца как бы. Вот последний, предпоследний лист, еще один остался. Тут осталось у меня немножко. И, в принципе, такая, ну, достаточно такое цветовое пятно из черного цвета вот это будет. А вот на отделе же, на работе, это последняя полка началась у меня. К сожалению, не сохранилась у меня фотография, на чем остановилась я в последнем отчете. Но я приблизительно так покажу. В последнем отчете я вам показывала, вот у меня вот была вот эта вот башенка и вот это небо. И вот сейчас, что у меня на данном этапе. Вот так сейчас выглядит моя работа. Так, наверное, вот так сейчас я ее поверну, чтобы это не было поперек. Да, свет и мое отражение. Так, сейчас как бы мне сделать? Извините, что камера шатается, но поставить на штатив, тогда я вообще не смогу снять при таком освещении. Вот так выглядит моя сейчас работа. Где-то вот на этом месте я вам показывала прошлые свои достижения. Итак, эта башня у меня дошилась. Дошилось небо. Так, секундочку. Вот. Дошилось небо. Вышился у меня вот этот вот воздушный шар. Тут корзинка, что-то подобие корзины. Свет какой-то. Ну, или это... Что там, лампа или огонь, все скорее это какой-то свет. И вот это началась у меня последняя полка. Вот она началась. Можно у Анки Крустич посмотреть. Она начинала, наоборот, работу вот с этого края. Поэтому у нее, да, естественно, до сюда вот это все вышито. Она дошила вот до сюда и решила все-таки идти вверх. Вниз не стала шить. Поэтому у нее хорошо вот эта полка вся отображена. Здесь идут цветы, зелень. И будут стоять такие две тайки. Между ними какая-то там каменная голова, как бы Будды. Ну, вот это последняя полка. Так, попробую сейчас, конечно, показать крестики поближе при таком освещении. Но не знаю, как получится. Ну вот мои крестики поближе. Вышиваю я в одну ниточку. Ребенку срочно что-то надо сказать шепотом. Слушаю тебя. Что ты хочешь? В садик взять? Ну возьми, только сегодня выходной, в садик-то еще не скоро. Потом договорим, хорошо? Извините, девочки, за такое вот отклонение. Ой. Поэтому рука тряслась, на ребенка в это время смотрела. Вот мои крестики поближе. Вот эти цветы. Вот этот вот многоцветный шар из нескольких цветов. Наверное, цветов тут 6 или 7 задействовано на ниток. Разные тона: фиолетового, сиреневого и синего. Это зелень. Ниточку тут уберу. Это дерево, зелень. А вот здесь вот оранжевая. Это начинается с первой таечка, тайка. У нее, она в таком оранжевом будет платье. Вышиваю я в одну ниточку. Поэтому крестики такие, ну, достаточно, если близко смотреть, вот просвечивающие. Ну, надеюсь, что при стирке все это уйдет. И будет все нормально. Потому что если взять вот там дальше ниже, там, где уже крестики немного распушились, то
эти просветы не так уж и видны. Бабочки мои любимые на тибетских горах. Ну, сейчас вам при заканчивании своего видео покажу полностью, что же на данный момент у меня есть, как всегда. Вот так вот она вся работа целиком. Как всегда, небольшой экскурс, вдруг кто-то не видел. Первая полка, Австрия. Дочь, даже шепотом не надо. Давай я сейчас закончу, потом ты мне все скажешь. Одну минуточку, подожди. Зачем ты фартук так одела наоборот? Здравствуйте вам. Итак, первая полка — Австрия. Щелкунчик тут. Я так почему-то решила, что это Австрия. Может быть, это и не Австрия. С дорожными чемоданами, сундуком. Тут осень, кленовые листья. Дальше идут Тибет, ламы, горы. Здесь я даже не могу подсказать, что это за у нас страна. Но здесь зелень по сравнению с осенними вот этими кленовыми листьями. Здесь бурная зелень. Какой-то замок в горах, потому что это прям такие отвесные скалы, и в них как бы выбит замок. Воздушный шар, и дальше пошло вообще буйство цветов. Цветы, зелень, тепло, будет что-то такое тайское. Таиланд или еще что-то. Ну, вот такие мои продвижения на данный момент. Вышиваю я вот так, поперек. Так, так, тень от меня падает. Не знаю, куда я мне упасть, чтобы тени не было. Но вот так вот на станочке это все у меня находится. Все это вы прекрасно видели. И скоро у меня уже будет вот окончание работы. Разметка у меня вот до сюда. Да, здесь вот заканчивается последняя полка. И я пойду обратно. Второй ряд я буду вот так делать. Все, всем на этом пока-пока. Извините за вот неожиданные такие отключения. Потому что ребенку срочно, как только мама берет камеру в руки, моему ребенку срочно надо что-то сказать или показать. Все, всем пока-пока.